Лифт. Я – лифт в многоэтажном доме. Забава для детей малых. К одним лечу я вниз на помощь, других я поднимаю ввысь. Мне кнопка вызова – приказ. Я должен, я смогу. А трос скрипит в который раз. На пенсию хочу. Я нужен всем и никому не нужен. Звучит нелепо, да, но это так. Пока везу, меня не замечают. Сломаюсь, встану, все меня бронят. Таблица пользования мной зачитана до дыр, но все ж найдется идиот и плюнет в угол мой. Да, потребительские взгляды у каждого на все свои. Прошу вас, вытирайте ноги, когда хотите в лифт войти. Я здесь служу не первый год. Да разве в этом суть? Опять коленом в двери бьют, а я везу их в путь. Не первый раз, не привыкать, стерплю и промолчу. Когда-нибудь они поймут, что я для них живу.